В субботу в областном центре состоялся митинг за достойную медицину. Мероприятие – часть всероссийской акции протеста. Достойная медицина, по мнению организаторов, в первую очередь должна быть бесплатной и при этом качественной. Для этого необходимо создать благотворные условия работы для врачей. Однако, несмотря на то, что мероприятие организовано в защиту медиков, виновники торжества акцию оставили без внимания. Люди запуганы, кто-то не видит просто действительно какой-то альтернативы. Хотя, ну, много кто говорит, прям, ну, в откровенном разговоре, все говорят, что действительно состояние прям критическое. Вот. Плюс, например, в Ижевске сегодня проходит общегородской субботник, и всех медиков чуть ли не под роспись выгоняют на субботник, чтобы они не приходили на эту акцию.